Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 13 января, у меня сегодня день дегустации. Я уже показала вам томаты запеченные. Сейчас буду показывать лечо. К сожалению, в этом видеоролике томаты запеченные я уже не смогу вам показать. Пустая баночка, я пока сегодня целый день туда-сюда видео снимала. Я все их съела, очень мне понравились. И если я говорю, что вот томаты вяленые я кушать не стала, они у меня более соленые, то лечо, которое я приготовила в этом году очень-очень много, я ем и во время диеты. Вот сейчас я приготовила себе гречку, и я разделяю пополам. Половина гречку, половина лечо. Лечо мне вот очень нравится, но у меня лечо не обычный рецепт, а у меня упрощенный вариант. К сожалению, я осенью так и не успела выложить рецепты вот этого лечо. Я сейчас после этого видеоролика выложу, хотя бы сейчас, в январе. И вот занятые огородники, кому некогда наваривать лечо классический, там, где надо сначала сделать соковую, варить потом. Я делаю все очень просто. Просто нарезаю томаты на кусочки, нарезаю перец на кусочки, добавляю специю и варю все это вместе. В результате получается очень хороший, очень вкусный. Выбираю, конечно, перцы такие мясистые, толстостенные. Видите, какие у них толстенькие вот эти. Очень вкусный, и он получается с таким, как бы, не, именно не в томате в густом, а вот с такой вот, как с жижкой. Мне это очень нравится, я использую зимой в качестве, как вместо подлива, к отбивной, к той же, к кусочку рыбы. Представьте, пюре, вот это лечо, и кусок, например, рыбки, или кусок, пусть там, свинины отбивной, или котлетка. Все очень хорошо сочетается. Это лечо я сейчас посмотрите. И она, я его так и называю, быстро лечо. Его, может быть, даже вот те, кто по всем правилам готовит, они, может быть, даже скажут, что это совсем и не лечо, но пусть это будет у меня рагу овощное. Очень вкусное, не добавляю никакого уксуса, не добавляю ничего. Опять же, еще раз повторю, из-за того, что варю с томатами, вот эта вот кислота, добавление соли, оно выступает в качестве консервации. И хотя у меня есть еще на сегодняшний день вот из, такие свежие перцы из подвала я вот достаю по-прежнему. Но вот это лечо, оно все равно, его ни с чем не сравнишь. Этот аромат, а красота, представьте. Вот это вот прям кусочек лета. И я вот эти банки вчера достала для того, чтобы показать. Вот это лечо открыла. Посмотрите, какие краски, какие цвета. Еще раз повторю, что вот эти домашние заготовки, они у нас... Минимальный вред от них, хоть, конечно, там и соль есть, и у некоторых есть и уксус, все равно это витамины, это наше здоровье, это экономия нашего семейного бюджета. Все это вкусно, я вот сейчас дегустирую. Прелесть. Зима, январь, за окном сугробы, а тут прям кусочки лета. До свидания, с вами была Ольга Чернова, это дегустация моего леча по ускоренному рецепту. Видео, как я готовлю, будет в описании к этому.